Вечером в среду, 16 января, 37-летняя герцогиня Сассекская Меган и ее супруг принц Гарри посетили представление Cirque du Soleil в лондонском Royal Albert Hall, сообщила газета The Sun. Королевская особа предстала перед публикой в элегантном платье Roland Mouret до пола со стразами и браслете, который ранее принадлежал принцессе Диане. Мероприятие носило благотворительный характер и было посвящено сбору средств для патронируемой герцогини некоммерческой организации Сент-Эбале, которая занимается помощью инфицированным ВИЧ молодым людям на юге африканского континента. Как отметила пресса, в этот раз Меган Маркл решила не экспериментировать с сочетанием цветов. Ранее ее критиковали за использование слишком броской одежды и вышла в свет в классическом платье. Британские комментаторы весьма благожелательно оценили ее образ. А вот супруг герцогини, принц Гарри, предстал перед публикой в классическом костюме, его лук многие охарактеризовали как скучный. Любопытно, что среди украшений Меган заметили браслет, который ранее носила принцесса Диана. На этом сходство не заканчивается, журнал Mayfair обратил внимание на то, что Диану однажды видели в похожем платье. Не секрет, что Меган Маркл находится на 6-м месяце беременности. По последним данным, семья ожидает пополнения во второй половине апреля либо первой половине мая. Появившись в Cirque du Soleil, герцогиня не сдержалась и несколько раз клала руки на округлившийся животик.